В Украине, как всегда, ничего не меняется. Все по-прежнему настолько же политизировано, что о политике говорят все на всех телеканалах. Даже на телеканале Discovery. Поэтому мы представляем вашему вниманию выпуск политических новостей на телеканале Discovery. Внимание на экран. Да. И для начала немного о том, как чувствует себя в новой Раде партия Петра Порошенко «Европейская солидарность». Но зато крыша есть с другой стороны. Еще немного его по блокам придавило. Да. А многие утверждают, что депутаты «Слуги народа» все на одно лицо. Но это не так. Итак, представьте заседание Верховной Рады глазами спикера. Мощно. Мощно. Но главное, пирамида. Все соблюдено. Внизу юзик, вверху... Ну, понятно. Продолжим. Итак, депутаты до снятия неприкосновенности и после – это две совершенно разные вещи. И? Ну, тут все нормально, по-моему. Регламент. Регламент, микрофон выключили. Все понятно, да. Но продолжим. Мэр Днепра Борис Филатов поспорил, что за месяц достроит мост. Итак, представьте, прошел месяц, господин Филатов, на открытии моста. Ну тут недалеко от правды. Строили мост, получился шкаф. Ну а что? Ладно, поехали дальше. Владимир Зеленский представил нового губернатора Херсонской области. Опа! Нормально, что называется, взгляд изнутри. Знает проблему, да. Полиция ужесточила штрафы и вообще штрафные меры за неправильную парковку. Ну, по-моему, тут попахивает крупным штрафом. Попахивает немножко, да. Да. Поехали дальше. Немного отойдем от политики. В следующем видео узнают себя многие мужчины. Представьте, вы приготовили себе ужин, когда ваша супруга на диете. Но... Гордая, но голодная. Да ничего удивительного. Свекровь готовила наверняка. Да, и напоследок небольшой анонс. Сегодня на концерте вас ждет много интересного, в том числе выступление эпатажной Маруф. У-ху. Дэнг. Дэнг. А, кстати, это зимняя одежда, судя по всему, да?